Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Observer. В прошлой части я наткнулся на наркоторговца, который был убит в квартире девушки с инициалами Ачен. Как оказалось, это его жена, и в этой серии мы будем искать ее. Что ж, поехали. Так. Насколько я помню, попутно нам нужно опросить соседей и... Так, откройся. Опросить соседей и... Что это было? И давайте посмотрим, что еще. Так. Амир мертв. Жене удалось сбежать. Тату-салон. Угу. Мне нужно в тату-салон. Так, осмотреть квартиры. Да, наверное, сходим в тату-салон сначала. Так, где здесь выход? Нет, это не то. А, ну да, мы на втором этаже. Что ж, пойдем в тату-салон. Так, нет. Ага, вот он. Ух. Я не читал характеристики игры, но, насколько я понимаю, она достаточно требовательная, потому что я часто ловлю призы. Здесь есть кто-нибудь? Ну вот. Опять зависает. Что это? Привет. В этот раз ты немножко другой. Воу. Что это? Наверное, это чья-то рука. Интересно. Здесь кто-то есть? Давайте проверим. Опа. Это она? My timing is really off today. Poor Helena. Lazarus, случилось? 656210. We have a third victim. Time of death about an hour ago. Видимо, мне нужно осмотреться. Здесь ничего. Приятная музыка. Так, что это? Видимо, для машинки. Почему оно не двигается? Ага. Ух ты. Так, ладно. У нас ведь есть зрение. Что у нас тут? Персональный компьютер. Прикольно. Меня немножко смущают эти части тела. Тут ничего. А тут у нас таблетки. Лишним не будет. Напомню, оно спасает от ряби на экране. Насколько я понял, я тоже напичкан всякой ерундой. Машинка? Ничего. Что у нас тут? Батарейка. Ничего особенного. Я думаю, пора осмотреть тело. Victim's blood is mixed with ink. Elevated hormone levels.
Нет, я не понял. Что значит смешанное? The Vic is one Helena Novak, wife of the previous victim, Amelia Novak. Это я уже понял, что она жена. Так, что у нас здесь? Кровь. Да что такое? Угу. Scratch marks on the floor. Looks like she was dragged back here. Это твои царапины? Что мне это дает? Пока ничего не понимаю. Здесь у нас опять волосы. Странно. Кто-то явно лысеющий здесь бегает. Так, ну я ничего не нашел. Ага. We got a match. Implant. So you called. Did that man, the killer use the tattoo machine as a murder weapon? Mm-hmm. The neural implants untouched. Ого, опять подключиться. Блин. Даже не знаю. Так, дата рождения. Младший программист. И без судимости. Неплохо. Так. Ну, видимо, кроме этого мне ничего не остается. Опять страхи. Ну что, поехали. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance panel. Это вообще законно? Да, она тоже вся в царапинах. Блин, к мертвому человеку воспоминания. Ну что ж, поехали. Что это? Chiron Incorporated. Нажмите, чтобы начать. Программист. Интересно. Пожалуйста, расслабьтесь и отвечайте настолько честно, насколько сможете. Ну что, попробуем. Надеюсь, меня не будет пугать ни один скример. Ну, да, я же здесь работаю, мне надо поддакивать вам. Да? Конечно, да, без страха. Да, я хочу работать на вас. Нажмите Y. B. Что? Просто нажимать то, что вы просите. Что за навязывание идей? А, жертвы. Нет, это уже лишнее. Оу. Я вас понял. Да. Я уже не хочу на вас работать.
Давай попробуем. Хорошо. Я не готов, но я буду. Блин, они заставили меня это сделать. Сколько я очков набрал? О, прекрасно. Я буду работать над своей компанией. Итак, я в офисе. Прекрасно. Только не пугайте меня в этот раз. Изумительно, нереальный стул. Все как всегда. Надеюсь, хоть тебя так переть не будет. Здесь нет никого? Ух ты. Тихо. У вас тут стул сломался. Эй! Anybody? Я хочу туда. А здесь есть бесплатное кофе? Меня сюда не пускают. Как отсюда выйти? Как я сюда зашел? Так. Попробуем. Да, вот проход. Телефон. Оу. Блин, ребят, у вас здесь был свет, и вы не говорили. Нет, туалета достаточно. Ну и куда мне дальше? Да, типичная работа в офисе. Биржа? Или столовая? Ну, по сравнению с тем парнем, в твоей голове поспокойнее. О. Я думал, меня там кто-то ждет. Я сделал круг. Эй, ребята, где здесь бесплатная кофе? Когда я устраивался, мне говорили, что оно будет. Блин, это тупик. Друг, как отсюда выйти? Что за поза? Походу, вам не нравится эта работа. Ладно. Мне все-таки в туалет. Может быть сюда? Вот оно. О, вот сколько кофе. Блин, я не успеваю его взять. Ладно. Опа. Здравствуйте. Это же тот сон. Предыдущий. Блин, его опять прет. It's called soup. Now dig in. В смысле? It's not getting any better. У вас перемешанные сны? Куда? Я не хочу. Змея? О боже. Блин, почему у них сны перемешаны? Я не понимаю. Что, опять за ней? Нет. Я пойду на свет. Блин, мне кажется, самое безопасное место вон там. Самый адекватный человек, похоже, здесь. Эй, пусти меня. Нет.
Блин, все-таки за этой змеей, да? А, я могу бегать. Прекрасно. Эй. Только попробую выпрыгнуть. Воу. Тихо. Тихо тут. Я знаю приемы кунг-фу. Воу. Хотя не знаю, работают ли они против призраков. Эй. Это такая шутка? А, я понял. Я только устроился, и вы решили меня подколоть. Воу-воу. Блин, друзья, включите свет. Да. Я не понимаю. Здравствуйте. Почему ты следишь за мной? Ага. Меня уже глючит. Побежали. Да это тупик. Блин. Я упускаю что-то. Я не понимаю, куда идти. Ага. Кто здесь опять? Кто-то здесь есть. Там кто-то есть? Блин. Не гунди. Большое. Тихо. Нет, слишком тихо. Громче. Воу! Воу! Друг, ты меня напугал. Хотя какой ты мне друг. Серьезно? Спасибо, это то, что мне нужно. О, да, можно расслабиться. Даже не страшно. Приятная музыка. Вы танцуете? Что здесь? Не сюда? Блин, узкие проходы, это все так пугающе. Ух ты, как красиво. Встать? Да. Не хочу никого привлечь, поэтому говорю тише. Хотя меня это не спасет. Странный туалет. Как там сидеть, я не понимаю. Сидите. О, боже. Моя голова не понимает этого. Кого? Кого наблюдать? Вы меня наблюдаете? Нет, опять этот звук. Блин, опять тишина. Меня нет в этой комнате. Ребят, вы ошиблись домом. Карточка готова для распечатки. Ну, напечатай ее. Нет? Что за символ? Может быть, есть что-то перекусить? Нет? Блин, кто здесь? С чем связаны ее страхи, я не понимаю. Кто-то следит за ней?
то что это такое? Что происходит? Ладно. Amir, do you remember the night we met? Так, ну это прошлый сон, я помню. Воу. Все более-менее понятно. Это Амир? Hey, baby, I'm home. Так. Ого. Ребят, вы долго не убирались. Амир вернулся домой и... Что произошло? Ты была дома? Так. Он заходит. Я не понимаю. Он зашел домой и... Ладно. Стиралки. Я так понимаю, она была привязана к дому. О. О. Я не хочу к тебе. Блин, это было страшно. Блин, когда это кончится? Еще одна комната. Откройте меня. Блин. Там еще страшно. Куча машинок. Замкнутое пространство. Нет, ну серьезно, а что делать? О. Не толкайтесь. Кто ноет? Постоянно кто-то ноет. Amir, is that you? Amir, это ты? Что, ее пугала постоянно стирка? Что, ее это угнетало? Наверное. Их связывает эта ситуация, я не понимаю. Их связывает их встреча. О, блин, да перестаньте. Давай быстрее. Просто пробежим быстрее-то. Что ты не можешь? Ты устала убираться, ты устала быть домохозяйкой. Ты устала от работы. Кабинет лекарский. Что это? Это клиника? Here is your number. Да, это клиника. Закрыто, закрыто. Номерок 896. А где номерки? Люди, время. Ага, вот оно. Что случилось с тобой? Почему ты была в больнице? Туда нельзя. Что, ты была так долго, что здесь переклеивались объявления?
Ребенок. Что с тобой? Все в порядке там? Может, кого-то позвать? Нет, не спрячу тебя. А здесь никого. Кто тут? Кто ты? Блин. Ребенок в углу. Не видно лица, дергается. Сейчас будет что-то жуткое. Поговорить. Is mom gonna be all right? She's sick, Adam. Must have a little faith. It's just hard to say. Adam? Это сын? Что за глупости? Или это воспоминание уже детектива? Я не понимаю. Блин, почему вас так колбасит всех? Not sure. Didn't you hear? This is great news. Let's take some more time. Да, это детектив. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? О, а это была жена, да? Жена детектива. Почему все перемешалось? Я не понимаю. Сын. Закрыто. Как-то она странно утекла. Татуировки. Да, все перемешалось. Очень странно. И предыдущий сон. И этот сон, и свои воспоминания. Блин. Привет. Почему все темнеет? А где мы сейчас? Это морг? Нет, это не морг. Или это морг? При чем тут это? Не понимаю. Змея? Воу! Блин! Зачем так резко? Congratulations, you are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. Так это была девушка? Все-таки. Что это, рука? Да, это рука. Это механическая рука. Что за устройство, я не понял. Что это за червяк? Почему он постоянно преследует ее? Опять летающие предметы? Да что такое? Взлети отсюда. Воу! I did what I had to. It's about time someone around here shows some initiative. What's that supposed to mean? Oh, look, you don't know. Она ругается с мужем? А я гуляю по потолку. Не могу прыгать. Могу приседать. Куда мы идем? Почему так негативно настроено это изменение? Что она сделала с собой? No, please. Tell me. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? Да что она сделала, что ты так паникуешь? Да не пытайся ты.
не прыгает. It's not like I have a choice. We need the money, Amir. Что это экспериментальное что-то? Whatever it takes. Воу! Что ты? Господи. Ого. Кто? Кто погубит? Похоже, мне ничего не остается, кроме как загрузить. Выполнено. Так что же она сделала с собой, я не понял. Почему он так реагирует на это? Кто их убьет? Кто их убил? И при чем здесь сын Адам? Я вообще не понимаю. Стул. Уйди. О-о-о! Тихо. Кто ты? Блин, не бежать? Блин. Я не хочу к тебе. Ты убьешь меня? Нет, я не хочу туда. Блин. Что делать? Я не понимаю. Надо прятаться. Или надо пробраться. Блин, пока надо спрятаться. Нет, 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 нет. Проходи. Проходи. Не смотри сюда. Пошел. Беги, садись. Где он? Эй, друг, уходи, нет. Нет, меня здесь нет. Нет, это не я. Вали нахрен отсюда. Да уйди ты, тварь. Блин, куда он идет? Нет. Все, я спрятался. Ты свалил? Где ты? Все прекрасно, надо валить отсюда. Бегом, бегом, вали. Подальше от этого дебила. Фух. Надеюсь, он меня не увидел. Воу. Блин, да что такое? Как ты... Собака. Нет, меня... Это не я. Уйди от меня. Просто не подходи ко мне. Блин, я просто побегу. Куда бежать? Сюда? Да, беги, быстрее беги. Все. Блин, нет. Это еще не все. Это тот монстр, который убивает всех. Блин, похоже, он здесь будет. Снова. Куда мне? Сюда? Может быть, компьютер? Давай проверим. Точно. А, прекрасно, я его загрузил. Можно что-нибудь по нейтральнее загрузить сюда? Какой-нибудь автомат с кофе или, не знаю, плюшевую мишку. Почему именно монстр? Что еще загрузить? Чтобы вас было больше? Зачем я это делаю? Я загрузил? Да, выполнено. Бежим дальше. Он рядом. Зараза. Быстрее, 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 загружай. Он уже рядом. Блин, да он здесь. Что? Что происходит? Я спасся? Воу.
Вперед-назад. Все. Ага. А меня будет видно? Нет. Куда мне сюда? Кто там? Опять змеюшка. Ты вроде дружелюбная. Кроме одного раза. Ух ты. Ладно, я забуду про то, что ты на меня кинулся. Интересно. Что на экране? Воу. Блин, не могу. Меня пугают такие внезапные вещи. Это кто? Мим? Встать можно, можно. Змея, ты опять на меня кинешься ведь, да? Не хочу. Как ты туда залезла? Там же... Блин, можно я здесь останусь? Здесь уютно. Можно что-нибудь включить. Расслабиться, лечь на диван. Я не понимаю, почему у меня тень мужская? Я ведь воспоминаю о них девушки. Ладно, не важно. Мишке это не понравилось. Что это, телек? Тихо. Что у нас здесь? Ничего. Что светится так? Что с окном? Что за стеной? Она живая? Тихо. Блин, она бьется быстрее и быстрее, по-моему. Что происходит? Что происходит опять? Блин, успокойся. У тебя бьется стекло. Оу! Господи, да зачем? Нет. Блин, просто уйдите от меня. Можно я уйду? Блин. Что за кресты? Куда мне можно спрятаться? Лампочка. Уйдите от меня. Просто дайте мне свалить из этого сна. Как? Что, мне к вам подходить, да? Держитесь. Не хотят. Дайте мне туда пройти. Да отвалите. Зараза. Что вы делаете? Я не понимаю вас. Так символично. Надо было просто закрыть раковину. Ребенок. Опять ребенок. Воу. Пролетающий телек. Дверь. Она дрожит. И она закрыта. Мне вниз? Или туда? Сюда мы никак. Блин, остается только вниз. А, вниз я не могу. И что? Что дальше? Кто кричит? Где ты? Малыш. Успокойся. Блин, я не понимаю. Эта дверь не работает. Здесь ничего не работает. Сюда я не могу. Сюда? Нет. Да куда здесь идти, я не понимаю вообще. Опа. Я могу им управлять. Ты где ты ржешь? Ты там? Блин, чей это ребенок? Все? Ты успокоился? Ты ведь не будешь меня пугать? Чей это ребенок? Что, телевизор, ты за мной?
Где, что? Он опять ревет. Воу. Сейчас я включу вам мультики. Прям за мной. За мной, я сказал. Подожди, а как? Да. Все, вы довольны? Успокоились? Блин, а кто ревет? Куда? Куда дальше? Пойдем со мной. Телевизор. Ты хотя бы светишься. Кто смеется? Блин, детишки, только не выскакивайте. Ух ты. Все прется, прям все. Да что ты? Ты не очень дружелюбный к телевизору. Что я смешного делаю? Успокойся. Я просто хожу с телевизором. Блин. Как аватар. Как аватар, да? А тебе смешно? Блин, вот оно. Не кашляй там. Дальше, видимо, сюда. Ну, открывайся. Кто мешает? Что это? Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь. Я сейчас немножко так похожу и, блин, а как туда попасть-то? Я не понимаю. Так, открываем, пробуем открыть. Он не хочет. Но кричит. Ну открывайся же ты. Не хочет он открывать. Что у нас здесь? Воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Ага, я понял. Надо было открыть эту дверь. Да хватит кричать, ребята. Хитрая дверь. Смех знакомый какой-то. Куда дальше? Честно, я не хочу с этим ходить. Почему я должен ходить с телевизором? Почему она, собственно, это вспоминает? Так, ну понятно. Это сюда. Открываем. Открываем. Не открываем, да? Что, камера, тебе не нравится телевизор? Глазик. А, вот она, дверь. А, мне туда пройти опять. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Да ладно вам. Что? Don't cry. Блин, похоже, телевизор меня не отпускает. Пойдем. Я понял. Надо было просто отступить телевизор. Ну ты что? Что с тобой опять? Просто вредничаешь, я понял. Блин. Тихо, тихо. Это та комната. Точно, это та комната, где был убит человек. Блин, что это значит? Я не понимаю, она была там? Причем тут дети? Что это? Что ты сделала? Тихо, не кричите. Блин, да успокойся ты, дверь. Что эта штука делает, я не понимаю. Ага, надо зарядить ее полностью. Как громко. Воу-воу, тихо-тихо-тихо.
Тихо, успокойтесь. Это всего лишь мультики. Блин, куда дальше? Сюда? Здесь опять это ерунда. Сюда нет, сюда нельзя. Телевизор больше не работает. Ага, значит, я что-то включил. Здесь никого? Пойдем. Тихо. О-о-о. Телевизоры. Да, не сюда. Что, опять за... Нет, я не хочу тебя грузить. Откройся. Не хочешь открываться? Зараза. Блин, опять он. Блин, я не хочу с ним. Опять бегать от него. Нет? Все спокойно. О! Лошадка. И дверь открыта. Как все дружелюбно. Дети смеются. Ну да. Затишье перед бурей. Что ж, давай посмотрим, что у нас здесь. Кажется, у нас есть все. Так, это тот парень. И она. Exactly. It's not anything nasty, is it? Like a virus or some top secret weapon type shit? No. Nothing like that. What then? I mean, what could possibly be worth the risk? The future. Блин, о чем вы? А, опять? Кто это? Это ее муж, Амир? Кто там? Кто-то ищет. Похоже, мне надо... О, змея. Эй, нет, 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 меня здесь нет. Просто увидь змею и улети. А ты послушней. Куда пропала? Откуда эта змея? Он увидел ее при побеге? Блин, ну эта серия затянулась. Мне надо туда? Лас-Вегас? Что у нас там? Какие вы нелепые. А можно просто убежать? Нет. Эй, я здесь. Ты разве не видишь меня? О, он сейчас меня увидит. Он сейчас меня увидит. Блин. Ага, все сначала, я понял. Ну что, я все-таки победил? Или нет? Ну, давай быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Да? Наконец-то. I don't think I can do this anymore. I think they're on to me. You're being paranoid. No one's on to you. You don't get it. Every time I go in there, it's like they're all watching. Yesterday, this executive creep gave me this look. Так о чем знаете? Я не понимаю вас, ребята. I could just tell. Объясните. He knew. If they knew, we'd all be dead by now. Maybe they're just messing with our heads. And what purpose would that serve? I don't know, to get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me, I was with the corporation long enough. Все? Мы выключили компьютер и идем отдыхать? Эй, друзья, кто-нибудь есть здесь? Рабочий день окончен? Блин. Как долго. Воу. Опять эти флешбеки. Опять эти скримеры. Амир? Is that you?
Здесь все прозрачное. Серьезно. Ага. О, дверь. Амир! Амир! Открывай уже. Дом. Ага. Эта тварь. Она их застала. Я понял. Get out of here! Так значит он здесь еще до сих пор. Блин. Так они за тобой пришли, я понял. Бежишь? Убегаешь? Тебя поймал, да? Быстрее, быстрее. Быстрее, ну. Куда бежать? Где? Что? Я не понимаю. О-о-о! Типа. Просто валим, валим отсюда. Быстрее. Я не могу это терпеть, честно. Убегай, убегай. Где выход? Где? Где? Бесконечный лабиринт. Она убегала в эту салон. Оу, Амир, что ты дурачок? It didn't have to be this way. Парень. Опять Адам. Да что он? Тату. Забежала сюда. Что значит 36-15? Да что это значит? Воу! Воу! Он все-таки поймал себя. Блин, она просто пыталась убежать от него. Замученная домохозяйка. Работник офиса. Ты контролируешь, ты уверен? По-моему, тебя опять прет. Просто дичайше. Фух. Это было жутко. Значит, это существо где-то здесь. Оно до сих пор на свободе. И оно только что было здесь. Блин. Пока я не понимаю, как все это связывается в одном сне. Ребенок, Адам. Ладно, на этом закончим. Серия затянулась. Всем спасибо, что смотрели. Продолжим в следующей части.